20 октября 2009 года в городе-герое Киеве президент Украины подписал указ о дне освобождения Украины от фашистских захватчиков, который предписывал отмечать этот праздник в государстве каждый год 28 октября. В указе главы государства, в частности, говорилось, что праздник вводится с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне. У каждого своя правда, приходится слышать все чаще. Для кого-то эта война уже не была ни народной, ни отечественной. Кто-то додумался упрекнуть наших ветеранов, спасших мир от гитлеровских полчищ, мол, они не родину защищали, а Сталина и его диктаторский режим. Харьков, площадь Свободы. В годы оккупации фашисты пытались окрестить ее сначала площадью немецкой армии, а затем площадью Лейбштандарта СС. Они были уверены в своей победе. Они веселились и жировали, попутно вешая и расстреливая мирных жителей. Это была их правда. Своя правда и своя память есть и у этих камней, у площадей и улиц города. Стіни теж мають пам'ять. Посічені кулями та пошматовані шрапнеллю, вони нагадують нам про ті страшні часи, коли до нашого міста прийшов фашизм. Страшну ціну довелось тоді сплатити харків'янам. З понад мільйонного населення міста в живих залишилось менше 200 тисяч. Ось вам сповідь одного з них. Гора над містом. На горі – тюрма. В тюрмі – ми. Мурами, колючим дротом відділені від решти планети. З чотирьох вишок, з чотирьох сторін світу чатує на нас одноока кулеметна смерть. Скільки нас тут? Кажуть, 100 тисяч. 100 тисяч безіменних, непронумерованих, повержених у нічогість. Тануть. День від дня наші сили. Згасаємо. Щодалі більше випирають ребра, відростають бороди. Скоро будемо такі, як оцей висихлий людський скелет, що згорблений сидить перед нами на спеці тюремного плацу, і тихо, без сил плаче. Ці слова було писано юнаком, який до війни навчався на філологічному факультеті Харківського державного університету. Його звали Олесь Гончар, і на його честь було названо одну з вулиць нашого міста. Города, где в 43-м году, здесь, в здании оперного театра, впервые в мире прошел процесс над немецко-фашистскими захватчиками, ставший предвестником Нюрнберга. Свой позорный конец в петле нашли трое офицеров вермахта и один местный пособник фашистов. Предатель был всего-то шофером, водителем, душегубки. Мы еще вернемся к этой теме в нашей программе. Сегодня же портреты коллаборационистов и предателей кое-кто пытается приколачивать к стенам наших домов железными штырями. Взгляните на еще одну занятную табличку. Она провисела на одной из харьковских улиц некоторое время. Затем была снята по решению городского совета. Инициаторами демонтажа стали коммунисты и антифашистский комитет Харькова. Он сотрудничал в газете немецко-фашистских оккупантов «Нова Украина». Доска эта должна была увековечить память Юрия Шевелева, американского словиста и украинского лингвиста, как сказано о нем в Википедии. Кто был этот человек? Почему для одних он фашистский прихвостень и коллаборационист, для других – выдающийся ученый? Он не славил ни Гитлера, никого другого. Он занимался словистикой. В детстве мальчик Юра Шевелев носил фамилию Шнейдер и происходил из семьи генерал-майора царской армии, обрусевшего немца из Польши Владимира Шнейдера. Мать – Варвара Медер, родная сестра свирепого коменданта Киева, генерал-лейтенанта русской императорской армии Петра Медера, расстрелянного большевиками в 1919 году.
із воспоминаний Шевельова. Пізня і непляна дитина. Перший рік чи два після народження я був хворобливий, особливо дошкуляла Золотуха. Згодом Золотуха минула, але репутація хворобливої дитини лишалася. Мене охрестили Георгієм, а звали Жоржик. В моїх устах Жоржик перетворився на Зюзю. Кличка прищепилася, і так мене в родині звали. Спершу жартома, а потім повсякчас. Місто мого дитинства було Харків. Від природи воно дістало три річечки – Харків, Лопань і Нетечу. Зимою це були присипані снігом смуги криги. Літом – ряд калюш, оточених бур'янами і покидьками, і смердючих. Місто мого дитинства було огидне місто. До ванни якось потрапила миша. Вона не могла здертися на стінки ванни. Видно, вона багато металася і втратила багато сил. Я впіймав її за хвіст і поніс до суміжньої вбиральні, щоб утопити в спуску води. Я ніс її за кінчик хвоста, але вона все-таки ухитрилася підскочити і з двох боків лишити сліди гострих зубів на моєму вказівному пальці. Але я її не випустив, і вона знайшла свою смерть з моєї руки. Я ніколи не вбив людини. Я завжди думав і думаю, що вбивство людей на війні – таке саме вбивство, як і без війни, і що кожний солдат – злочинець, що заслуговує на кару. Чи був в очах доцента Шевельова злочинцем, що заслуговує на кару його студент Олесь Гончар, який пішов на фронт як студбатівець? На самому початку війни студбат, що було сформовано з учнів та викладачів харківських вишів, після нетривалої підготовки було перекинуто під Білу церкву, де всі вони потрапили до кривавої фашистської м'ясорубки. Ось як це описує сам Гончар, якому на той момент виповнилось лише 23 роки. Серед розтолченого, змішаного з землею стебелиння лежав дробаха. Ноги розкидані, голова незграбно вивернута під спину, зуби оскалені, а обличчя чорне, спалене геть. Права рука лежить окремо від тіла, жовта, присипана землею. Моторошно дивитись було, що це лежить відірвана, обезкровлена, дробашена рука, яка могла одним ударом збити противника з ніг. Юнацька, міцна рука, що торкалась в житті книг і відбійного молотка. Нема дробахи. Загинув. З усіма своїми подвигами, до яких був готовий, і яких так і не встиг вчинити. К моменту начала войны с гитлеровской Германией Шевельов был уже вполне взрослым человеком, доцентом Харьковского университета. К слову, упоминавшийся в программе писатель Олесь Гончар был учеником Шевельова, причем, как утверждал последний, лучшим учеником. Вот только жизненные девизы у них были очень уж разные. Отношение к отчизне, собственный выбранный путь – все это уместилось в их излюбленных цитатах. «Будет некогда день, и погибнет священная Троя». Эта фраза из Илиады Гомера, которую так любила цитировать мать Шевельова, стала и его лозунгом. Олесь Гончар жил по абсолютно другим принципам. Знамение лучшее из всех лишь одно – за отчизну сражаться. Это тоже из гомеровской Илиады. Наша земля має пам'ять. Ця часовня святої Тетяни, небесної покровительки студентства, стоїть на журавлівських схилах. Саме сюди, з гуртожитків гіганту, напередодні війни збігались закохані студенти харківських вишів. Звідси харківські студбатівці вирушали у вічність. З 1500 бійців харківського студбату повернулись лише 36. В самому кінці вулиці Лермонтовської нині є невеличка алея. Її, на честь 65-ї річниці перемоги над фашизмом, було закладено студентами Народної української академії. Земля, дай всім нам пам'ять. Ректор Народної української академії, професор, доктор исторических наук Екатерина Астахова считает, что именно память, трезвая оценка исторических фактов, во многом определяет наше современное восприятие мира. По-моему, у Пригожина есть такая очень интересная мысль о том, что реальности вне нас не существует. А время – это такой своеобразный конструкт, из которого мы собираем. Вот реальность, которую мы сейчас собираем сами, реальность, в которой мы существуем, мне кажется, реальность достаточно опасная. Что мы делаем? Мы подменяем понятия. Медленно, постепенно подменяем понятия. То, что вчера было белым, сегодня стало черным, и значительная часть населения приняла такую игру.
То есть вот то, что было вчера в советский период, было принято однозначно как хорошо, сегодня становится однозначно как плохо. Подмена понятий – это предательство своего деда и своего прадеда. Здесь, на этих территориях, люди, мы можем не разделять их взгляды сегодня, мы с других позиций смотрим, да? Мы можем не разделять позиции поколений, которые были до нас. Но ставить под сомнение искренность и подвиг, который они совершили для того, чтобы освободить эти территории для нас, ставить под сомнение, я лично считаю, что это предательство. У меня дед воевал. И в моей семье, и в нашем большом таком семейном клане отношение к войне как к святу. И если я начну играться с этими понятиями, если я начну подменять эти понятия, я это воспринимаю как предательство собственного деда и собственной семьи. Говоря о парадоксах нынешней украинской исторической науки, мы не могли не коснуться достаточно резонансного конфликта с установкой и последующим демонтажом таблички, которой пытались увековечить память того самого Юрия Шевелева, человека, которого одни называют выдатным науковцем, другие – приспособленцем и коллаборационистом, подвязавшимся сотрудником одной пропагандистской газетенки времен гитлеровской оккупации Харькова «Новая Украина». Ему также ставилась в вину работа в организованной при фашистах городской управе и многие другие не слишком благовидные поступки. Если говорить о конкретной ситуации в Харькове, если человек сотрудничал с оккупационными властями, то, наверное, не осуждение, прощение он заслуживает, но не героизации. Мы пытаемся здесь навязать тех героев, которые не могут быть здесь героями. По той простой причине, что Харьков был оккупирован, по той простой причине, что в Харькове огромное количество жертв, по той простой причине, что нигде в мире, во всяком случае в воюющих странах, коллаборационизм не оправдан. Да? Простили? Да. Но не героизировали. Шевелев, который сотрудничал с немцами, ранее писал доносы в НКВД на своего соседа, редактора газеты «Социалистическая Харьковщина» Файбышенко. Как происходила вербовка, он описал сам. Из воспоминаний Шевельова. Війшов незнайомий мені чоловік. Спитав, чи я Шевельов. Назвав своє прізвище Галицький, назвав свою посаду, слідчий НКВД, і запропонував мені йти за ним. Ми пішли. По дорозі я розглядів його. Він був горбоносий і чорнявий, виразно єврей. Допит тягся годинами до самого вечора. Чи я погоджуюся, провадив він, систематично інформувати через нього НКВД про висловлювання людей, з якими я зустрічаюся. Це ми будемо робити не в будинку НКВД, бо це б мене зраджувало, а, наприклад, на лавочці в університетському саду праворуч від пам'ятника Шевченкові. А тут я тільки підпишу, що я, Шевельов, буду виступати в цих повідомленнях і зустрічах під придбаним прізвищем. Це була пропозиція стати сексотом. Я знав, що від сексотства можна відмовитись. Я підписав. Маленький конфлікт виник тільки коло того, яке прізвище я візьму на цю діяльність. Чорт мене смикнув, я сказав, що буду підписувати прізвищем Шевченко. Защитники Шевельова в качестве примера его якобы неприятия фашизма обычно приводят аргумент. Будучи этническим немцем, он мог получить статус «Volksdeutsche», что давало во время оккупации регулярный продуктовый паёк и другие преимущества, но не стал этого делать. Этот варчик открывается совсем уж просто. Став «Volksdeutsche», Шевелев становился автоматически военно обязанным, а значит, подлежал мобилизации в действующую армию, уже в составе гитлеровских войск. Панический ужас перед возможностью попасть на войну определял абсолютно все его действия. Из воспоминаний Шевельова. «Було скасовано мою так звану броню в військкоматі. Я був би взятий до війська. Мені треба було перебути десь до приходу німців. Вирушив до лікарні. Мене визнали за хворого і поклали до однієї з палат. Для поранених солдат-радянців. Перев'язали одне з очей. Минуло кілька днів. Несподівано, всіх солдатів забрали. І я лишився в великій палаті сам. Уранці прийшла медсестра і сказала, у місті німці. Я заявив, що мої страждання скінчилися, я почуваюся добре і можу виписатися. Дали посвідку, перебував у лікарні з приводу короткозорости. Іронія судьби. Прихода фашистів
Шевелев дожидался в глазной больнице на улице, которую после войны назовут именем студбатовца Олеся Гончара. Еще один факт, который говорит сам за себя. Из Харькова он бежал в феврале 1943 года вместе с отступающими немецкими войсками. Несмотря на очевидность и красноречивость приведенных фактов, личность этого человека нашими современниками, историками, писателями, журналистами оценивается по-разному. Шевелев, как ученый, получил признанные заслуги. Вопрос «за что?» Наверное, вопрос более в научной плоскости. Во всяком случае, я как человек с высшим филологическим образованием не могу разделять его тезисы, которые он прописывал в своих работах о украинском языке, который, согласно его версии, родился еще в 7 веке нашей эры. В общем-то, более признанная в науке версия о разделении русского, украинского и белорусского языка в 14-16 веке. И я сторонник этой классической версии. Мне также странно и дико слушать его утверждение о том, что дети, владеющие двумя языками, так называемые билингвы, это дети, едва ли не отстающие в своем развитии, поскольку у них идет, согласно Шевелеву, расщепление сознания. И именно эти вещи он проповедовал, например, публикуясь в газете «Нова Украина». В то время он мог зарабатывать себе на жизнь, публикуя статьи, публикуя какие-то свои рассуждения, и либо работая, что он и делал, в немецкой управе. Надо сказать, что немецкое управо – это было не сборище энтузиастов. Это была совершенно конкретная управленческая структура, которая воплощала в жизнь указания немецкого командования по набору рабочей силы, по поддержанию порядка, по разоблачению, я знаю, подпольщиков и партизан. Это все входило в функции оккупационных властей. Стосовно того, який він був колаборант, ця от газета «Нова Україна», Шевельов написав туди лише 9 статей. Всі вони перелічені в його бібліографічному показчику. Це виключно на мовну і літературознавчу тематику статті. Там жодної політики не було. Говорять, ай-ай, він всього лиш писав якісь статті. Он занимался разрешительной и цензорской деятельностью. Он работал в идеологическом аппарате, к которому примыкало все движение коллаборационистов украинских, поскольку, например, «Просвита» давала справки, официальные справки, без которых не брали людей на работу, они были тесно интегрированы в эту структуру. Шевельов є всесвітньо відомим вченим славістом, мовознавцем, основоположником української есеїстики, дуже відомим у світі, дуже шанованим. Більше того, він також, ну, скажімо, достатньо відома громадсько-політична фігура. Цей скандал довкола Шевельова і пошкодження цієї дошки, розбиття цієї дошки – це те, що дуже негативно вплинуло на імідж Харкова в західному, скажімо, світі. Як ви вважаєте, ця дошка потрібна місту? Потрібна. Вона потрібна. Це, знову ж таки, показник, наскільки в цьому місті шанують його видатних уродженців, вихідців цього міста. От. Тому що якщо людина настільки відома в світі і настільки високий авторитет має у світі, а в його рідному місті його не шанують, ну, це нонсенс. Мы не судьи. И табличка мемориальная устанавливается не по решению суда. Мемориальная табличка – это добрая память, которая запечатляется горожанами, территориальной громадой. Было бы странно, если бы суд решал вопрос таблички. Харьков не может вспомнить это время, как время хорошее. И значит, он не может вспомнить тех людей,
которые были носителями зла, как людей хороших, достойных увековечения. Первым, кто заговорил в Харькове о недопустимости установки памятной доски Шевелеву, был журналист Дмитрий Губин. Когда в 2002 году Шевелев умер, среди восхвалений его научной деятельности было краткое упоминание, что он в Харькове работал в 1941-1943 году в городской управе. О газете «Новая Украина» тогда еще не говорилось. Я стал изучать материалы о нем, например, его мемуары. И тут я обнаружил, что ситуация, скажем так, гораздо более запущенная, чем то, что я даже предполагал. Оказывается, он работал не только в управе, в той самой управе, которая, по сути дела, была частью нацистского аппарата уничтожения харьковского населения. Но еще и работал в газете «Нова Украина», которая была, по сути дела, рупором оккупационных властей, рупором Холокоста, рупором остарбайтерства. Эта тема требует более пристального внимания. Подробно о фашистском листке под названием «Новая Украина», где изливал свою желчь и ненависть к Харькову и харьковчанам Шевелев, мы расскажем в следующей серии нашей программы. Мы расскажем, почему поэт Олесь Гончар на предложение того же Шевелева уже в 50-х годах встретиться ответил: «Для него будет лучше, если наша встреча не состоится». Ви дізнаєтесь, як Юрій Шевельов конспектував «Mein Kampf» Адольфа Гітлера та чому він зберігав ці нотатки до останніх днів свого життя. Далі буде цікавіше. Смотрите в программе «Территория без фашизма».